Добрый день, представляю вам вот носки детские. Это сток. Носки разных размеров. Есть для самых маленьких. Вот здесь 0,0 размер пишется. Прямо очень красивые. Опять-таки же тоже маленькие такие носочки. А здесь в наборе три, получается, вот таких вот три вида. Вот таких красивых носочков. Маленькие, все они тепленькие, здесь махра внутри, в составе хлопок. Ну, конечно же, новогодняя коллекция носочки, 6,8,5, 23, 26. Носочки очень гламурные, здесь у нас тоже хлопок в составе, размер S, они небольшие. Далее, теплые носки, тоже с махрой они идут, здесь у нас размер 28,30. Такой 24-26 размер, тоже теплые носочки, внутри приятная такая махра. А набор из носочков здесь такой же размер 24-26. Диснеевские носочки, три пары здесь в наборе. Они у нас размером идут, ага, сейчас секунду, я вам скажу, размер у них тоже такой достаточно подростковый уже. То есть где-то, наверное, так же, как... 23-24, ну большой достаточно размер, вот она пяточка, вот такой вот размер. Так. Сейчас, секундочку. Здесь идут носочки потоньше, это хлопок носочки у нас, здесь тоже достаточно большой такой, посмотрите, видите, как можно растянуть, то есть в наборе два носка, теплые носочки у нас, а тонкие носки идут... Тонкие носки из полиамида. Высокие носочки это. Размер большой. В наборе также есть махровые носочки. Здесь 4 пары. 5 должно быть. 2-4 года. 5 пар, правильно, не ошибаюсь. 23-26 со стопами антискользящие, потому что детки бегают. Махра. Махровое покрытие. С динозаврами, с любимыми динозаврами. Такие же махровые внутри носочки. 5 пар здесь. Размер тоже небольшой. Детский размер идет. 2-4 года. 6-8, 23-26 размер. Опять-таки же набор из 5 пар. Тоже теплые носочки. 23-26. А в упаковке Esprit у нас 27-30. Далее 33-34, опять-таки же теплые носочки, 31-32, тоже не махровые они, но тоже теплые. Здесь у нас такие высокие спортивные носочки, 23-26, они закреплены, но они высокие, потому что пяточка, вот у них пяточка, и носок вот такой вот сам по себе большой. Скоро зима. Так. Дальше, ну как скоро еще лето. А в наборе носки у нас здесь идут 33-39, 12 пар, такие достаточно теплые, хлопок 65% идет и 25% полиэстер идет. Тоже теплые носки, вот прям пушистая такая махра, очень приятная. А 8-10 лет, 2 пары. Как говорится, готовь сани летом. Далее тоже высокие носочки, 31-34, опять достаточно высокие носочки, здесь тоже такой большой размерчик, вот такие вот низкие носочки идут, маленькие, опять высокие, стандартные носочки, здесь полиэстер в составе и эластан есть, 24-28, здесь, я думаю, такой же, да, 28-32, такие же они, знаете, пушистые, прямо мягкие. Здесь у нас 28-32, 28-32, вот они, и 24-28 двух размеров здесь представлены. Опять-таки же пушистики вот такие вот, очень приятные. Размер достаточно большой. Здесь два вида у нас, две пары, 35-38 в одном размере, тоже вот с такими симпатичными мышками. Носки для принцесс. Очень красивые носочки, тоже размер достаточно большой, вот она пяточка, и высокие носочки, здесь очень солнечные, нам не хватает, это еще не все, солнышко нам зимой не хватает, продолжаем, вот такие высокие, большие гольфики у нас, такие носочки большие, вот они, посмотрите,
Итак, 9-12 лет, 27-30. Мальчики, я думаю, будут в восторге. Плюшевые. Это у нас высокие такие, большие. Получается, размер здесь не указан. Вот, ну, вот такая вот пятка. Большенька. Носочки не утепленные, такие стандартные, обыкновенные носочки. А размер 27-32, тоже со стопами, для того, чтобы наши детки спокойно могли бегать. Высокие носочки без пяточки, внутри махровые. Так, акрил 90% здесь, 30-35 размер. О, гольфы для принцесс, также из холодного сердца. Вот такие вот они высокие, с махровым внутри покрытием. Размер не указан, но достаточно большой. Можно, в принципе, и подростка уже. Очень интересные гольфы-носочки. Вот такие с пальчиками они есть. Также здесь акрил 85% и эластан 15%. Итак, вот здесь вот они даже звенят. То есть никогда не потеряете ребеночка. Вот здесь вот небольшое загрязнение, но, скорее всего, это от транспортировки. Итак, размер здесь тоже не указано, они без пяточки, поэтому, в принципе, размер может варьироваться. Здесь также они без пяточки, но вот такие интересные надписи. «Люби меня», 85% акрила, очень приятные на ощупь, они очень мягкие. И с такими совечками, очень приятные внутри, мягкие, достаточно такой же состав, как и там. Вот такие вот носочки. Это еще не все. Так, сейчас у нас колготки. Очень много представлено колготок. Вот еще носочки тоже для принцесс. Они со стопами, такая же махровая. 3-5 лет, 35-38 размер. Очень интересно. Также спортивные высокие носочки. 31-34. Зимой это незаменимые помощники в наши уральские морозы. Итак, колготочки, они есть совсем маленькие, вот такие вот совсем малюсенькие колготочки. Вот она пяточка здесь, видите, она небольшая. Так, здесь у нас 62-68 ростовка, они не утепленные. 62-68, здесь внутри махровые, утепленные. Для маленьких модниц шикарные колготки. Итак, здесь у нас размер, сейчас я вам скажу. А я вам не скажу, потому что не написано, но они маленькие. Здесь, скорее всего, на 12-24 месяца. Итак, 62-68 утепленные с махровым покрытием. Такие же 62-68. Скорее всего, из этой же серии 62-68 это не утепленные. А, 18-24, да, 68-92, чуть-чуть побольше они размером. Здесь у нас 12-24 размер написан, это не утепленные. 86-92 размер, серые, с акулами. Мальчики будут тоже в восторге. 86-92 размер. Далее 98-104 размер, это для девочек, утепленные, махровые. 62-68. Так. 110-116 неутепленные, обыкновенные колготки. 110-116 здесь они с утеплением, такая маха очень хорошая. Колготочки 110-116 неутепленные, очень красивые колготочки. Здесь в двух размерах, вот 18 и 30 указаны. Ну, они небольшие сами по себе, вот здесь вот могу показать. Тоже они без пяточки идут, вот они. Вот размер, вот очень приятные. Далее колготки 6-8-122-128, тоже утепленные, 110-116. Далее колготки мальчиковские 35-38. Колготочки у нас, это даже не колготки, это спортивные леггинсы 24-29, то есть это, видимо, для занятий. Они не утепленные, такие достаточно легкие. Здесь колготки как из капрона сделаны, знаете, как из микрофибры. Внутри они с утеплением 92-98. Вот такие вот интересные, широкие. На каких-нибудь помпушечек девочек. Далее колготочки тоже 152-164.
Колготки очень интересные. Здесь сердечки нарисованы. 42-44 написано. Такие неутепленные также. А здесь 36-35. Хлопок в составе входит. Прямо чувствуется хлопок. Широкий достаточно. Леггинсы, они с утеплением идут. Размер 2XL. Уже подойдут зимой. Даже на осень они могут подойти. 92-98. Вот сейчас я покажу. Они двое колготок. Вот. Здесь, скорее всего, такой же размер. Внутри они с утеплением. Да, 92-98. Такие очень интересные. Они настолько приятные на ощупь. И набор колготок. Вот они здесь в одном размере. Их несколько штук. Одни мы развернули вам показать. Вот такие пяточки, носочки. Как обычно, мараются пятки, носочки. Здесь они коричневые. Итак, это на 4-5 лет. 104-110 ростовка. Итак, подробности об этом лоте можно посмотреть под видео. Спасибо.